удалось поиграть с такими классными сборными, как Испания, Швейцария. В Швейцарии в те времена уже блистал Шакири. В воротах Ян Зомер, Сеферович впереди. У испанцев там вообще Мата, Дехе, Адриан Лопес, там нападающий. Диего Капель в Севилье играл. То есть игроки, ну, просто космос. Ты на них смотрел. Это что-то нечто. Ты думаешь, ты футболист, а там ты играешь. По крайней мере, я думал, что я футболист. Но там это оказалось, что нет.